Одесса вошла в пятерку самых загрязненных городов Украины, оставив позади крупные промышленные центры, такие как Лисичанск, Запорожье, Киев, Краматорск и Кривой Рог. Недавно в СМИ опубликовали данные экологического исследования, согласно которому Одесса входит в число городов с самым загрязненным воздухом. Во многом это связано с Одесским портом, который применяет технологии 60-х годов для переплавки сыпучих грузов, что и приводит к сильному загрязнению воздуха. Пылевые бури от переплавки железорудного концентрата и зерновых видны даже из космоса. По данным исследования, Одесса занимает 4-е место в рейтинге самых загрязненных городов Украины. Перед ней в рейтинге разместились Днепр, Каменская и Мариуполь.